Здравствуйте, друзья, добрый вечер. Перед вами не Швейк, но шапочка вот из Чехии подарили мне сегодня. Там вообще неудобно получилось, так как-то должны были встретить мы. Ой, в общем, сорвалось. Ну, ладно, в общем, ребят, приехали и принесли кепочку в подарок, а меня тоже в офисе не было, я с утра в Сан-Франциско ездил. В общем, такая вот история. Появится, я вам покажу, значит, героев вот этой, гашиковских, так сказать, современных. Теперь что? Вы знаете, что я веду наш разговор, не то что репортаж, разговор из эмигранта ВОЗа, получившего это название. Тут один говорит, что это у вас, говорит, ностальгия, говорит, по родине. Говорит, так вы, вот, значит, типа это я вот эмигрант, это машина эмигранта ВОЗ, значит, это эмигранта ВОЗ, потому что мы встречали в этой машине много приезжих, но новых эмигрантов, вот поэтому. Так, значит, да, у нас эмигранта ВОЗ, а у нашего гостя, который завтра будет на канале, и или я у него, или он у меня, или мы оба друг у друга там погостим, значит, это эмигрант видео. Видите, на наш Андрей его зовут. Вы все знаете, я как-то так подозреваю, что, ну, или все, или практически все вы знаете канал, значит, Андрея. И, ну, не то чтобы вот у вас нет возможности что-то у него спросить, но если есть желание, чтобы я что-то у Андрея разузнал, то я сделаю такую попытку. Вот, если вы напишите ваш вопрос в комментариях к этому видео, которое на самом деле и есть приглашение к тому, чтобы задать вопросы Андрею с канала «Иммигрант Видео». Он тут сейчас совершает объезд блогеров, и не только, вообще у него тут, ну, ребята, у нас у всех очень-очень много людей, которых нужно навестить там и здесь, и, в общем, куда ни поедешь, там всегда есть кому зайти. Вот, в общем, у Андрея сейчас такое, значит, путешествие, и мы договорились, что завтра с утречка мы, значит, с ним встретимся и поболтаем. На самом деле мы планируем, еще там не все детали, но мы планируем в середине октября со Светланой отправиться, ну, не в Чикаго, а вот недалеко от Чикаго. Там у нас есть блогер один, проживает. Вот, я ближе к делу там детали сообщу. Вот, и мы там погуляем, и так пообщаемся, и так далее. В то самое место, где много садов, друзья. Там не только сады, кстати, я обнаружил, там невероятное количество виноделин. Я никогда не знал, что там в таком месте, вот вроде север, там почти канадская граница, ну так, ну. И там, оказывается, много винограда и много виноделин. Хотя, на самом деле, где-то я читал, что во всех 50 штатах, Соединенных Штатах, есть винодельни. Такая вот интересная история. Мы-то думали, да, только вот в Калифорнии. Не-не-не-не-не. Или там, может, Чили с Австралией. Нет, вот во всех 50 штатах есть. Так что я еще вам отрапортую как следует из тех виноделин. А то я смотрю, никто там не снимает. Ну, может, он снимает, но я не вижу, поэтому такое ощущение, что не снимает. Все, ребят, наверное, я отрапортовался. Давайте вопросы, и до скорых встреч. А, соответственно, через несколько часов, вот сейчас у меня 7:30 вечера, а в 11 вечера я выйду в прямой эфир, и мы будем там беседовать на канале. Счастливо! До встречи в Будиёвицах, так можно сказать. Сейчас мы выключимся.